Мы находимся на выставке CPM-2019. Ольга, расскажите, пожалуйста, такое интересное название у вашей компании. Откуда вы приехали? Мы российское производство, но корни у нас испанские. Когда-то мы познакомились с владельцами фирмы, которые выделили для России сегмент. Мы сейчас его развиваем внутри России. Занимаемся производством головных уборов для дам. Сырье у нас в основном итальянское. Мы работаем достаточно долго в России, порядка 10 лет. Направление у нас – это женщины практически всех возрастов. У нас очень красивые головные уборы. У нас очень теплые головные уборы, хоть и история у нас лежит в Испании. В условиях нашей суровой московской зимы что лучше носить, что предпочтительнее? Ну, к сожалению, зимы не такие суровые у нас сейчас в России, поэтому лучше искать комфортные вещи. Ну и, конечно, красота, дизайн, стиль всегда должен быть у каждой женщины. А как вам на выставке? Мы выставке, своему присутствию на выставке мы очень рады и благодарны, потому что мы, выйдя из Европы, опять вернулись в Европу, у нас производят заказ европейские страны. Вот в феврале этого года у нас сделали заказ французы, и теперь мы будем продаваться во Франции. Удачи вам тогда в вашем деле и хорошего дня!